Союза сохранился миф о том, что жизнь на побережье Средиземного моря является прерогативой исключительно для самых богатых. Так ли это на самом деле? Мы постараемся сегодня ответить на этот вопрос. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры на окраине Санкт-Петербурга составляет 3 миллиона рублей. Если же мы будем говорить о центре Москвы, то за эти деньги максимум, что вы можете приобрести, это комнату в коммуналке. Что же предлагает нам рынок недвижимости Северного Кипра? Первое. Это получение вида на жительство для собственников абсолютно любой недвижимости на острове. Второе. Вот такой вот таунхаус может стать вашим при первоначальном взносе всего лишь 30%. А это на сегодняшний день где-то 3 миллиона 300 тысяч рублей. Далее есть возможность получить беспроцентную рассрочку сроком до 4 лет. Ну и, наконец, третье. У вас есть возможность проживать в своем доме на Средиземном море сразу же после регистрации договора. Buyurun.
Hoş geldiniz. Benim ismim Sedat Sal. Buranın sahibi. Allah izin verirse burayı açtı. Burada çorbamız var, kahvaltımız var, tuzlu yumurtamız var, ızgara çeşitlerimiz var, ciğer, kuzu şiş, tavuk şiş, saç kavurma, ızgara çeşitlerinin hepsi burada bulunur. Hepinizi bekliyorum. İnşallah gelirsiniz. Burada size ağırlamaktan, misafir etmekten gurur duyarız. Tatlı'dan geçmeyin. Antalya yolu üzerinde 30. kilometre Kılıcaz'dan çıkışı. Ali İbrahim sofrası. Buyurun, hepinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.